Всем привет! Это канал Элен Находка. Привет друзьям, привет подписчикам и тем, кто меня не знает. Если вы со мной еще не знакомы, подписывайтесь, прожимайте красную кнопочку, вы не пожалеете. На этом канале будет много чего интересного. Сегодня, ребята, хотела показать, как можно сделать патчи в домашних условиях из мыльных орехов. Что такое патчи, кто не знает, какие они, сейчас покажу. Вот такого плана. Патчи под глаза. Они снимают отечность, убирают синячки и мелкие морщинки. Что нам понадобится? Отвар мыльных орехов. Кто не знает, что такое мыльные орехи, где их взять, что еще с них можно сделать. Кстати, мыльные орехи очень незаменимая вещь, особенно в быту. Я под этим видео оставлю ссылочки на два видео, где вы сможете понять, что это такое, как их правильно заваривать, где их взять и что еще из них можно сделать. Там очень много применений мыльных орехов. Особенно, я говорю, и в косметике, и в быту. Так что посмотрите, не пожалеете. Что я взяла? Отварила эти мыльные орехи. Я взяла два орешка обычной воды. Они прокипели, дали цвет, все, все, что надо. Потом я беру желатин и обычным способом растворяю. Ребята, если у вас нету мыльных орехов, вы можете использовать настой ромашки, вы можете использовать зеленый чай, вы можете использовать кофе. Знаете, очень много разных способов, как можно сделать эти патчи. Я вам показываю один из вариантов. Есть, например, еще вариант с дисками. Вот обычные диски, да. Если вам будет это интересно, если эта тема для вас, то пишите, я сниму еще видео на эту тему. В общем, ребята, я растворила желатин. Что я делаю потом? Беру вот такие креманочки. Вот у кого что есть, я с подхны взяла. Если у вас есть формочки от патч, чудесно будет. Мы этот раствор будем заливать в эти формочки. Взяла вот такую вот. Жду, пока эта смесь остынет. Я хорошо это все размешала. Желатин растворился. Смесь должна остыть. И потом сюда мы можем добавить. Опять же, что вы добавляете. Я хочу добавить витамин Е. Я много про этот витамин рассказывала. Я думаю, уже знаете вы сами. Если нет, можете посмотреть там мои первые видео. Я про это рассказывала. Я также еще добавлю чайное дерево, оно полезно для лица. Ну и немножко глицерина. Вы можете просто витамин Е добавить, если у вас нет этого ничего. Или что-то свое. В зависимости от того, какой вы хотите получить результат и эффект. Ребята, для тех, кто не знает или не видел, что такое мыльные орехи, хотела вам показать. Такой небольшой мешочек у меня еще есть. Вот такие это мыльные орешки. Но это скорлупа. Вот в основном из них все делается. Сами орешки были внутри, они не нужны, идет скорлупа. Вот таких я взяла два орешка, водички взяла 100 мл, они прокипели там минут 20-25, и вот эта водичка. Если хотите больше информации, пожалуйста, спускайтесь под видео, получите там всю информацию. Так, ребята, смесь это остыла, мыльные орехи и желатин. Теперь я туда добавляю. Хочу добавить витамин Е, как я уже говорила, капельки 3. Так. Хочу добавить еще чайное дерево, также капельки 2-3. То есть в остывшую уже смесь. И глицерин. Тоже немножко, пару капель. Все, много не надо. Теперь я это перемешиваю. Сегодня ножичком все делаю. Не обращайте сильно внимания. Это не главное, чем мы перемешиваем. Потом беру тару, которую я приготовила. Используйте, ребята, что-то такое, такого размера, чтобы это же потом будете ложить под глаза, чтобы это не было очень большое. Но, говорю, идеально подойдут формочки из-под патч. Возможно, вы раньше пользовались, у вас где-то остались. Наливаю в эту посудку где-то высотой этой жидкости на 0,5. Чтобы небольшая была толщина. Раз, два, и сюда также. Потом это я ставлю в морозильную камеру, оно замерзает. Что буду делать потом, я вам покажу.
В общем, ребята, прошло полчаса. Можете, в принципе, и на 20 минут ставить. Я думаю, этого будет достаточно. Вот оно все замерзло. Вот такое вот получилось. Еще я тут крышечек взяла, добавила. Что я теперь делаю? Просто вот ножичком на две части. Чтобы под каждый глаз была своя патча. Ну, вот все. Вот таким вот образом. Тут еще муфлет немножко. Ну, вот так. Не смертельно. Вот они такие получаются, видите. Вот. Взяла я вот такую баночку. Сюда налила охлажденных мыльных орехов. Вот. То есть в этих мыльных орехах будут лежать эти патчи. И поставлю это в холодильник. Стоять они будут, эти патчи, где-то недельку. Так как орехи, они натуральные. Натуральный продукт, он долго не хранится. Это не та вся химия, которую мы покупаем, да. Таким вот образом. А так я сейчас проделаю со всеми. В общем, все, ребята, я их нарезала, сложила. Чем ровнее вы положите в морозильную камеру, они зафиксируются, тем они будут у вас красивее выглядеть. Вот большая, например, видите. Вот. Так что экспериментируйте, делайте. Хранить я уже сказала, как буду. Вот, буду стоять в холодильничке, чтобы потом патчи эти я держу где-то до 15 минут. Потом, после этих патчей, вы можете нанести свой любимый крем. У меня это, как всегда, кокосовое масло. Я буду наносить его. Выберите свой любимый. Также я иногда использую глицерин, тоже могу намазать, хотя я сюда его уже добавляла. Так что пробуйте, экспериментируйте. Но если вам интересны другие варианты патчи, пишите, я с удовольствием это для вас сниму. Будьте красивы, не болейте. До скорых встреч, пока!